Приветствую вас, мои дорогие друзья, меня зовут Лилия Донскова, и сейчас у нас будет с вами возможность протестировать новинку из каталога номер 4 компании Oriflame. Это тональная основа Everlasting Sync. Чем она интересна? Она адаптивная, подстраивается под состояние кожи, она обладает высоким солнцезащитным фактором SPF 30, и она увлажняет. Давайте еще посмотрим, что интересно. Она умная, увлажняющая и стойкая. Вот что очень важно, это стойкая тональная основа. И сейчас мы будем с вами пробовать на коже, я попробую все 10 оттенков, и мы посмотрим, чем они друг от друга отличаются, потому что у нас есть холодные, теплые и нейтральные оттенки, то есть три группы. Я уже тестировала эту тональную основу из пробника, мне приходил оттенок холодный фарфоровый, мне он очень подошел. Мне понравилось то, что тональная основа очень эластичная, она прям легко растекалась по коже, действительно показала себя как стойкая, весь день прекрасно держится макияж, и она незаметная на лице и при этом скрывает недостатки кожи. Вот сейчас я абсолютно без тона, мне настолько некомфортно, как будто я голая, буквально можно так сказать, поэтому мне не терпится попробовать новый тон. И что мне понравилось, он приходит в необычной для Oriflame коробочке красного цвета, и это выглядит очень эффектно. И сама тональная основа здорово устроена, с дозатором. Обожаю тональную основу не в тюбиках, а именно вот в такой форме. Я думаю, что мы все полюбим этот тон, и уже не терпится попробовать все оттенки, чтобы выбрать тот, который самый лучший, идеально подходит под кожу. Холодный алебастровый, его код 35778. Я буду наносить на лицо маленькую полосочку тона, один под другим, чтобы было хорошо видно. Кстати, здесь еще есть фишка, нужно повернуть крышечку, и тогда тон будет выдавливаться. Это очень хорошо, то что он закрыт. Маленькая капелька, я думаю, достаточно, и наношу полосочку. Кстати, именно так и нужно подбирать тон. Наносить несколько оттенков, которые по вашему мнению идеально подойдут или более-менее подойдут, нанести желательно на зону ближе к шее, вот на скулу, оставить на некоторое время, чтобы тон впитался, и только после этого выбирать, потому что тон, во-первых, питается, он выразит свои функции адаптивные, подстроиться под кожу, и тогда вы уже увидите результат. Вот я нанесла первый оттенок, это был холодный алебастровый. Следующий тон 35780, холодный фарфоровый. Именно такой оттенок мне приходил в пробнике. То же самое, открываем крышечку, делаем поворот, сначала несколько нажатий у нас проходят пустые, оп, а потом, потому что воздух в трубочке, немножко лишнее сразу убираю. И капельку наношу теперь следом за первой полосочкой. Более живой тон. Если первый, мне кажется, он даже какую-то желтинку дал, то этот оттенок более живой, фарфоровый, холодный фарфоровый. Вот, его практически вообще не видно. Мне он точно понравился. Так, следующий. Холодный розовый, его код 35782. Проверяю. Кстати, на первый взгляд, когда смотришь в тюбик, кажется, что они очень близкие по цвету, на самом деле нет, все они разные. Оп, ах, опять переборщила. Так, здесь у нас будет холодный розовый, и эта полосочка расположится вот тут вот. Надеюсь, они все у меня поместятся на лице. В общем-то, первый вот выделяется тон, а второй и третий, они практически пропали полностью. Их я не вижу. Так, четвертый оттенок, теплый песочный. Я также в конце покажу все оттенки на руке, чтобы их все рядом еще можно было посмотреть. Песочный, теплый песочный, он прям явно отдает в такой в
в загар. То есть под загорелую кожу на моей точно будет выделяться очень-очень сильно. Так, капельку взяла. Так, здесь у нас тон. И вот сюда маленькую полосочку. Лишнее снимаем. Салфеточку. То есть это прям на загар, потому что на мне он желтит. Сейчас лишнее чуть-чуть соберу. И делаю более тонкий слой. Видно, да, прям желтая разница с кожей. Так, следующий оттенок. Теплый беж. Это у нас из теплых. 35787. Посмотрим сейчас, какой это цвет. Он будет более темный, я так думаю. Так. Маленькая капелька. И наношу его последним. Да, это просто лето, пляж, загар. Должно все сработать. И тогда он будет хорош. И пока они впитываются и подсыхают, мы переходим на левую половину лица и попробуем остальные 5 оттенков. И начинаем мы с нейтральных. Это будет нейтральный ванильный 35779. Пробуем. Оп! Как у меня получается, маленькая капелька. Так, и пошел отсюда тон. Так, нейтральный ванильный, совсем-совсем светлый, то есть это для обладательниц очень светлой кожи. Сейчас мы выберем один оттенок, и я им сделаю полный тон лица, все уберу. Так, ну тем не менее он исчез. Так, переходим к следующему. Это будет нейтральный нюд 35781. Нейтральный нюд. Мне нравится это название. Такое приятное. Маленькая капелька. И чуть ниже. Нажимаем. Тоже очень светлый тон. Сейчас поближе зеркало поставлю, чтобы видно было лучше. Тоже мне подходит нейтральный нюд. Он такой прям приятненький цвет. И, кстати, первый ванильный тоже исчез. Видите, я его нанесла на самую светлую кожу, которая даже с синячками под глазами небольшими. И очень хорошо перекрыл синячки. При этом нет стянутости. Такие приятные ощущения. Я думаю, что этот тон у нас станет одним из таких популярных. Так, следующий нейтральный беж 35783. Нейтральный беж. Пробуем. Я первая провожу тестирование, поэтому они все еще. Так, капельку. Маленькой капельки достаточно, чтобы попробовать. Так. Очень приятный оттенок. То есть он уже немножко так оживляет цвет лица. Хорошо, мне прям нравится. И вот смотрите, когда я только его наносила, он был яркий такой, выделялся, как бы немножко резонировал с моим оттенком кожи. А сейчас он впитывается, идет процесс. То есть я думаю, сейчас некоторое время пройдет, и он сольется с моим тоном кожи. Действительно, она классно подстраивается, эта тональная основа, ну за исключением тех, которые ну никак просто не сейчас на моем светлом оттенке кожи никак не могут себя проявить. Следующий тон 35785, естественно бежевый такой тон. Я думаю, что это тоже лето загар. Но не все только летом загорают. Если вы, например, ездили куда-то отдыхать, у вас же кожа темная сейчас. Капелька. И вот тут мы ее расположим.
Обычно такой цвет мы и называем естественный беж. То есть в стандартных тональных основах он так и выглядит. Привычное ощущение, что вот он именно такой должен быть. Так. Угу, очень хороший тон. И завершает наш обзор нейтральный оливковый цвет 35786. Нейтральный оливковый, тоже мне нравится название, тоже темный оттенок. Капельку еще. Готово. 10-й оттенок наносим в самый низ. Самый низ. Да, он немножко желтит тоже для меня. То есть здесь нужен загар хороший. Но если сравнивать с этой стороны, у нас был теплый беж и теплый песочный, то эти, конечно, оттенки не такие выразительные, не такие темные. Ждем немножечко, пусть питается вот этот цвет, чтобы он тоже сработал. А пока рассмотрим первые оттенки, которые я наносила. Вот верхние три, это был у нас холодный алебастровый, холодный фарфоровый и тоже холодный розовый, они в общем-то исчезли и слились с моим цветом кожи. С этой стороны были светлый нейтральный ванильный, нейтральный нюд и, кстати, нейтральный беж, он тоже хорошо подошел. То есть под светлые оттенки кожи, видите, они как хорошо легли. Но самые верхние — холодный алебастровый, а здесь нейтральный ванильный, все-таки совсем светлые, и я бы для себя их брать не стала, хотя у меня тон кожи холодный. А вот холодный фарфоровый, холодный розовый и здесь нейтральный нюд и даже нейтральный беж, мне кажется, нейтральный беж — это когда сейчас выйдет солнце и уже сразу начнет прилипать легкий загар, вот как раз он будет в самый раз. Поэтому смотрите сами, выбирайте. И внизу темные оттенки, здесь теплый песочный и теплый беж. Вот они у меня, теплый беж, совсем прям такой сочный загар. А с этой стороны естественно бежевый и нейтральный оливковый. То есть вот как это выглядит. Надеюсь, видно хорошо. Сейчас делаем выкраску на руке, чтобы еще раз вы их все вместе рядышком хорошо посмотрели. Итак, холодный алебастровый 35778, вот такой вот светлый оттенок красивый. Холодный фарфоровый 35780. Так, с розовинкой, такой приятный. Холодный розовый 35782. Очень приятный оттенок. Следующий 35784, песочный, теплый песочный. Вот он. Так, вот сюда. Следующий теплый беж 35787. О, какой он самый темный получается, теплый беж. Нейтральный ванильный 35779. Светлый. Нейтральный нюд 35781. Ой, как много выдавила. Сейчас уберу немножко. Тоже светленький очень цвет. А следующий нейтральный беж 35783. Это тот, который мне очень понравился. Ой, какой приятный оттенок. Следующий 35785. Такой живой, тоже приятный цвет. Вот он, цвет загара. Классно смотрится. И завершает 35786, нейтральный оливковый. Капельку еще.
Вот, он тоже в желтизну. Тут, мне кажется, очень хорошо видно на выкраске, что вот этот хорошо так в желтизну идет. Очень приятный оттенок, естественно, беж. Нейтральный беж. Прям я отмечаю, что они такие эффектные, красивые оттенки. Тут много тона. Так, ну надеюсь, вам стало сейчас более понятно, какой оттенок больше подойдет для вашего тона кожи. И вы выберете уже то, что вам нужно, безошибочно. Вот что самое главное. А сейчас я сделаю полный макияж на лицо себе до конца. И будем закругляться. Итак, я нанесла сейчас на все лицо оттенок 35782, холодный розовый. И что я заметила еще, забыла сказать, когда я пробовала даже из пробников тон, я заметила, что лицо выглядит свежим и моложе. То есть этот тон, он делает освежающий макияж. И мне это очень-очень понравилось. Так что я вам рекомендую тоже такую тональную основу. И уже совсем скоро можно будет ее заказать в каталоге номер 4 компании Oriflame. А я с вами прощаюсь. Если видео полезное и вы для себя определили тон, поставьте лайк, подписывайтесь на канал. А если есть вопросы, то пишите их в комментариях прямо под видео. До новых встреч! Всем желаю красоты, весны и счастья!